Доброе утро, друзья! Наступила весна, и самое время, я считаю, продолжить замечательный проект совместный с областным центром медицинской профилактики, который называется «Стройные и здоровые». А у нас в гостях, как всегда, Татьяна Аркадьевна Селезнева, врач Ярославского областного центра медицинской профилактики. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Новые участницы, проект живет и побеждает. Давайте поподробнее познакомим и с ними, и с самим проектом наших телезрителей. Мне очень приятно продолжить в рамках нашей постоянной рубрики «Поговорим о здоровье» вот этот замечательный проект, который называется «Стройные и здоровые». Мы уже несколько проектов провели по нашей области. И сегодня, собственно говоря, в нашей студии новые гости, новые участницы. Это Ольга и Галина, которые согласились, озвучить свои проблемы, потому что признать, что у тебя есть какая-то проблема, да, тебе нужно решить какую-то задачу, это уже наполовину ее решит. Поэтому мы сегодня, наверное, наших девушек спросим, все-таки, что их подвигло на то, чтобы прийти на этот проект. Первоначальная задача – это, безусловно, сбросить лишний вес, это цель. Сколько сейчас у вас вес? Сейчас 90 килограмм. При росте? При росте 165. Ну, серьезно, надо работать. Да. Но худеть при этом правильно и без вреда для здоровья. Это очень цель. Момент важный, да? То есть участница понимает, что сбрасывать вес нельзя, жертвуя своим здоровьем. В процессе понять, зафиксировать четкий алгоритм правильного пищевого поведения и в дальнейшем придерживаться его. Чтобы потом не вернулось. Да, все, это самое потому что диета – это все краткосрочно. И я очень рада, что буду это делать под руководством такого профессионала, как Татьяна Аркадьевна. Спасибо. А ваш телепроект будет для меня отличным стимулом для достижения. Тут уж да, вся аудитория будет за вами следить, смотреть, наблюдать и контролировать. Да, но мне хочется, чтобы Галина озвучила еще один момент, который, некоторые женщины, может быть, стесняются, а на самом деле это очень сильная мотивация для любой женщины. Поделитесь. Целый гардероб. Сейчас принципиально ничего себе не покупаю. Давайте вторую участницу спросим. Поделитесь вы с нами своей историей. У меня был такой опыт, когда я набрала очень много. Я набрала 25 килограмм за очень короткое время, когда стала третий раз мамой. Стала мамой уже почти в 45. И, соответственно, вес этот было весьма и весьма трудно скидывать. Но я каких-то определенных успехов добилась, то есть я привела вес в норму. Встретилась с Татьяной Аркадьевной, и она мне сказала, что, в общем-то, все это можно улучшить, это можно все продолжить, и при этом еще можно научиться правильному питанию. Я как бы за правильное питание, но вот иногда получается, что я себе позволяю там поесть вечером. Нет такого запрета поесть вечером. И вопрос, что поесть? Совершенно верно. И самое главное, для того, чтобы бурного и такого очень выраженного аппетита и голода, вернее, даже не аппетита, а голода вечером не было, нужно научиться правильно кормить свое тело в течение дня. И это мы будем отрабатывать с Ольгой. Безусловно, надеюсь, что вот рекомендации, которые она получит, помогут ей даже просто вырасти над собой и усовершенствовать еще свою фигуру. Хотя, в принципе, у Ольги достаточно хорошая ситуация, ожирения нет как такового, тем более Ольга фитнес-тренер и сама оздоравливает, то есть твердо стоит на позициях ЗОЖ. Здесь вот действительно я услышала от человека то, что надо получить какие-то дополнительные знания по здоровому питанию. Питание. Да, да, да. Ну и таким образом все равно, даже если результат будет там минус 2-3 килограмма, это тоже будет хороший результат. Скажите, какой у вас вес на данном этапе, когда вы только на проект поступили? 1,70 м у меня рост и 70 килограмм вес. А желаемый есть вес, который... Да, 65. Вот все, цели поставлены. 5 килограмм. Да. Хорошо. А мы не спросили, говорили, сколько? Да, сколько? 65. Ну, не за 2 месяца, сейчас 90. 90. То есть у вас падение 35, 25 килограмм. 25, у вас 5. Но это окончательные цели. Конечно, за 2 месяца наши участницы могут потерять где-то от 2 до 4 килограммов жировой массы в месяц. То есть это минимум 4,
максимум 6. Если есть будет, ну, будет лишняя вода выявлена, да, то тогда результат может быть больше. И для этого, для того, чтобы мы очень четко понимали состав тела, наши участницы к следующему эфиру придут уже с результатами биоимпедансметрии. То есть они сходят на бесплатное обследование в Центр здоровья, там проведут им профилактическое обследование, в том числе сделают состав тела. И тогда мы вот все разложим по полочкам и уже уточним наши цели. За две ближайшие недели, вот при условии выполнения всех рекомендаций, результат будет. А рекомендации очень простые. Не забывайте о перекусах, три основных приема пищи, небольшие порции, не больше стакана. Пьем достаточно воды, чистой, простой воды, не менее 1,5 литров. Ну и, конечно, физическая активность. А по структуре питания и по каким-то другим параметрам я с участницами отдельно встречаюсь, мы проводим семинары, встречи, на которых, в общем-то, наши участницы получают более подробную информацию. Просто ее нет возможности озвучить в эфире. Будем каждые две недели с вами встречаться. Вы будете делиться своими успехами, а мы будем радоваться. Добрый путь. Ура! Спасибо. Спасибо.